В этом сезоне наша команда прошла через огонь и воду. Осталось только пройти через медные трубы. Итак, встречаем камызякские псы с песней о своем любимом городе. Let's go! Мы вышли из дома совсем ненадолго, 3 года назад. Проси, камызяк, последнюю песню в игре мы споем о Москве. Давай, камызяки! Пролетели 3 года, как депутатский кортеж. Нам есть что сказать, по большей части спасибо. Москва, ты с первой секунды нас удивила. Мы прилетели в столицу внутри железной птицы. Да ладно, шутим, мы не настолько тупицы. Мы попали сюда, как на другую планету. Полдня смотрели на Кремль. Спасибо пробкам за это. Тебя любил Высоцкий, тебе писал Есенин. Тебя своей походкой щекотит Сережа Зверев. Здесь даже маленьких собачек носят на руках. Жены тех, кто крепко стоит на ногах. Москва, не Россия, здесь свои порядки. Здесь не найти одноги и толстой зарядки. Здесь IT-технологии, прибыльный бизнес. Здесь не найти и зарядки на Siemens. Мы в Москве обошли все огромные молы. Но здесь не нашли зарядки от Motorola. Пишу домой телеграмму, мама, все в порядке. Кстати, никому не нужно 3 телефона, только они без зарядки. Москва, Москва, Москва. Все понимаешь. Красная площадь, Арбат, Воробьевы, ВДНХ, ГУМ, Китай, город. Мы видели все, и мы были везде, но лучшее место именно здесь. Лучшее место в Москве именно здесь. На КВН. Видели, как играет финал Камызяк. В финале окон. Спасибо за все, друзья. Давай. Вы знаете, друзья, мы вот тут подумали и поняли, что КВН — это самый долгий сериал в мире. И в конце финальной серии 52-го сезона мы бы хотели наградить всех создателей этого сериала. Друзья, это медали за отвагу. Потому что показать Камызяк на Первом канале могут только отважные люди. Давай посмотрим. Пацаны, осталась еще одна медаль. Ты знаешь, для кого она. Что говоришь, мальчишка? Ну почему, наверное? Это медаль тебе. Ты самый первый игры с нами. У нашей команды были взлеты и падения, но ты всегда был рядом с нами. Поэтому эта медаль тебе. Тебе, наш зритель.